Очень красиво. Так, заставочка пошла. Украси на ноги огромный. Украси огромный. Что там минус? Вниз и вбок. Неожиданно. Я не заметила, они очень это неприметные. Блин, вот ты что делаешь-то? А мне не получилось это рывком. Да какой рывок? Ты меня под водой, у тебя есть рывки? Нет. Тогда я не знаю, как это делать. Все, забей, короче, жопу эту тут. Ну сейчас еще разочек. Ой, начинается. Быстро очень, быстро. Я знаю, что надо сделать. Что? Ну, я подумаю, что я знаю, но я не уверен, что я знаю. Я что-то увлекся. Не могу на это смотреть. Блин, нет. У него ухи плавают, все, пойдем. Лиану больше не смотрит. Ну ладно, ладно. А куда идти? Лиана у тебя наверху болтается. С нее прыгать возможно. Не. Может, они тебя подкинут? Шарик этот. О! Мока. А, жабочка надо найти. Угу. Где-то тут. Я себя потерял. Ты что, где-то паришь? Угу. Там просто сверху что-то вот-вот-вот есть. Да? Угу. Вау. Жесть. Но помимо мобья я пока не вижу ничего. Ой, это по жопе, наверное, больно. Так, давай. Хася. Еще. Ау. А, зато какой-то рычаг нашли. Опа, опа. О. Дверь, ни хрена себе. А мы потом искали. Да. Такие, где этот сраный рычаг? Ну вот и там тоже где-то эти рычагов просрали. Вниз можно тихонечко. Вот, оп, апатинка. Апатинка! Да. Фу, да, надо было заруливать. А как? На перья свою. Нет. Нет. Зёпа! Колючки. А! Да-да-да! Вот это чуть-чуть-чуть-чуть! Ау-ау-ау! Моей жопке больно. Вот Тимона. О! Это было сейчас подстава вообще.
что делаешь? Ты зачем Моху хочешь жопку сжечь? Да не туда отправил. Капец. Ебана мать! Ты что творишь? Ёба! Да, да ну ты жопку. Да все насрать. Потом. А, ну вот почему, потому что здесь надо что-то сломать. Ну или что-нибудь потом открыть. О! Вот. Окей. Уху. Уху. Ну, ты почти залез, кстати, и так. Это спасибо. Подстава! Подстава! Под... Ебана срана. Энерджи. Так, есть дорога вверх, есть дорога вниз. Надо глянуть. О, руда, 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 руда. Руда, 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 руда. Руда. Как же. Домики, мокко. Пардон. У тебя 3,5-4,5 жизни. А как? Не знаю, возможно, от моба надо было лететь. Либо внизу опять где-то эти заблоченные кто-нибудь. Что такое живописное, ну, какая-то. Да хер с ним, долбодятин. Сам бесполезный НПС. Так, снизу есть что-нибудь, да? Много дорог. Очень много дорог. Да. Там внизу ломать. Мост. Не здесь, там. А этот тело, по-моему, так не ломается. А, вот, вот эту вписывать, точно так же, как там, с песком. Ай. Мало кто. Импульс там что-то говорят. ЛБ возле врагов под водой создайте импульс. Вот это что ли? Запулил, да. А это что за штучка такая? Без понятия. Она не медузка. Звезда прилипла, уже надо отколупать. Не так. Так, у тебя осталось 1,5 жизни. Там осколок и что-то ломать. Взмах. Ты надо наколоть на взмах. Чем? А? Пером? У нас же есть перо. Да, окей. Поставь. Куда его махать-то? Насрать. Не знаю. А почему выпало это? Может тут надо же, да? Под водой нельзя махать? Нет. А, вот. Звезда блокировала шарики. Ах ты жопшница. Плохие шарики. Да, если честно, мне кажется, мы и так допрыгнули. А, я понял. Шарик сдуть. Да. Вот, допустим, мы сюда хотели забраться, да? Окей, а дальше-то чё? Как? Это круто, а ты пердолиться от него как? Мы либо взмахиваем, либо летим, алло. Да, вот так же. Или его можно как импульс тоже юзать, захватом нельзя его? Mm-hmm. А, либо его махнуть и быстро кнутом и за ним. Mm-hmm. Не в ту сторону махнулась. К нему нельзя кнутом. Не, а цветочек. Ну, а цветочек не нахрен. Попу догонять. Вот.
Ладно, хрен какая-то, все очень правильно, нафиг это, ну. Нет, окей, возможно, нас просто обучили. Хорошо, ладно. Насрать. Не, ну там же есть сверху, он хреновен. А, я вешу, что ли? Да. Ну, не, я не успеваю. Да. Не, может, там и можно успеть, но это, блин... Но это слишком много плясок для... Ну так от лока-то, видишь, финальная типа. Ты не туда, нет, нам же наверх. Да. Но, окей, наверх-то. Как сюда запрыгнуть? Опять вопрос. Ты с вертуханов своих не допрыгнул? Нет. Да? Блин! Спасибо. Там внизу не ломается барьер, да? Под водой. Там просто осколок. Надо с другой стороны заходить. Какой барьер? Уже пофигу. Дальше. Даже не знаю, не... ты как-то вот раньше говори. Когда под водой был, ты что, не видишь, там осколок? Да я-то думаю, смотрю, я смотрю туда, куда вот сейчас вот в данный момент надо. Не, ну там вот эта вот дверь, я все время забываю просто с какой стороны они ломаются. Помнишь, куда их убить? Со стороны палочки. Со стороны палочки. Ну, я не помню. Стоп. И наверх, и вниз. Под мокочку. Она ловит пирань, хардкорная. Mm-hmm. Нитки ему. Наверх еще есть. Не, ну тут сейчас я не доберусь. Колодец под водой, новый уровень. Угу. Либо стопудняк, воду мы будем еще спускать, и что-то изменится. Вот и если вот унитаз. Да. Погнали. Сейф? Угу. Давай. Так, все? Так, ну... Давай, у нас там осколок на канал. Где? Внизу где? Вот этот? Да.
Нам отсюда идти, отсюда, боже ты мой. То есть ты второй раз не заметил? Не, да? Я вообще не обратил внимания. Мы открыли вот эту всю байду, плыви вниз. Открылся вот это вот, что думаешь, просто так, что ли? Да откуда я знаю? Эй, ты осторожней. Вот он второй. Вот у нас осколок. И вот это теперь можно разломать. Или нельзя? Можно. А, наверное, это снова. И какая личиночка. Кальмариком. Ну все. Мы соединили теперь. Там проще идти. Он с другой стороны, да? Угу. Да что я. О, нам пулять. Личиночка нужна. Так что плыли так-то мы правильно, конечно. Давай. Шуруй. Пулять сейчас надо будет. А! А. Да. Получилось? Да. Отлично. Хася. А тайных нет каких-нибудь вот-вот-вот? Пока нет, вроде бы. Да я знаю. Нет-нет, о том Хобанге. И ты все просрал, да? Да. Ой-ой-ой. Так, что-то начинается. Какая-то карабинка. У меня, блин... Что такое? Навык. А, молоток. Так он помер. Они почему-то в воде умирали. Ах ты жопошник. Он тоже плюется, ты что думал? Другой. Все. Ай, я не успел. Пошли вон. Говорит. Сейчас я вот тут. Понаехали. Ну, в общем-то. Нормально. Сверху какая-то вкусняшка есть. Да, это все, конечно. А. Кислородная штучка лежит. Может, мост можно как-то пробить? Не думаю. Мне кажется, это потому что какой-нибудь путь сверху был, сверху он гонки, кстати. И осколок. Нам надо к картографу, короче, срочно. Потому что это дурдом какой-то. Тихо. Оп. Тут опять что-то пробивать. Сверху сейчас тебя жахнет. Не вижу. Жахнет. Там еще и обутинка. Угу. Нет. Сука. Ну хрень вообще. Это все. Вот там эта букашка заныкана. Из актинии. Здесь дыхалочка. Прям на куда ее надо вести? Ну, вот раз, и там два. Управляющий. Картограф, опыт. Или Тютон, Динзело. А, и на жуко. А знак. Угу.
Так, ну и что он нам дает? Ну, в смысле, понятно, что карта, что хоть откроется, хоть посмотреть на эту страшную локацию. Ладно, могло быть хуже. На этим алтаре нет, кстати. Да и нахрен они нужны. Ну еще скиллы. Больше скиллов. А там по максимуму 4. Это неплохо. Но нам что, опять через эту хрень? Да. Господи! Эту опять вести. Теперь судем. Лови! Не попадись на эти штуки. Глубоко-то. Окей, два пути. Ой, жабчик! Привет! Кауакива! Кауа! Море товар! Эйвадасура! Трону Морка! Нам надо Моку еще сказать. Просил передать ему, где жабчик. Океан смыл. Угу. У него зёпа застряла, он, по-моему, не мог пролезть. Наверх можно лететь от фонарика. Опа. А там внизу звезда держит явно тут опять от этих прыгать. О, загадочное семя. Так, это бобру. Осторожно. Вот, видишь, тут звезда блокирует. Тут кислородный. Надо оттуда, от фонаря держаться и лететь. Типа вот отсюда. О, тун-тун-тун. Карту, да, вроде ничего. Там колодец и 4 руны. Одна тут внизу. Там же, кстати, наша это. Сюжетка. А звезда блокирует. Типа вот это и разрушает. Пошипы. Осколок. А, руна. Понятно. Ждем. Кислородный баллон наш. Вон еще руна. Он придет? Не знаю. А, он там. Его гнать, что ли? Гнать и через подушку лететь. Не так, ну. А, у тебя перо не поставилось. Ставим. А, поставился, сорян, я не туда смотрю. Бегом, бегом, бегом! Бегом! Пью! Пью! Дальше еще раз его, что ли, гнать? О, видимо. И в погоню нам надо еще раз его будет фить. Не то я сделал, фить. Сорян. Та-дам! Крыло.
Вам? Ядрит. Ядрит. Так, тут этот кнут, руда наверху. Гонки, две руны еще не сутки, осколок просрали. Так. У нас 2 из 4. Что-то твои кнуты. Последняя руна осталась, которая там внизу. Где? А. Да отстань! Перу не надо. Да блин, топора нет. Падать вниз. А, там еще и руда. Да. Я думаю, как ее взять. Вот тем же макаром. И еще раз, еще раз. Все сорвал. Все крючки тут только можно. Да, ну и, блин, тут когда-то все потом. Окей. Вниз, вниз. Так, тут этот, что-то им ломать, либо от него прыгать. Угу. И вон там какая-то дверь. Эх ты, о, отлично. Где дверь? А, это ли это не то? Или то. Слушай, нам что-то как-то надо пройти. Оно с другой стороны ломается. Не с этой. Окей. Значит, идти в обход через эту, через низы. Так, здесь, да? Да, десантируемся. Ничего тут не прижали. Камни. Ой-ой-ой. Ну, кроме этих камней. О-о-о. Например, юмора. Вот.
Но там какая-то была фигня с шарами. Я не помню. А там подушечка есть. Там-то мы и так поднимемся, по-моему. Не, это надо, по-моему, чтобы если совсем, что ли, наверх. Смутно. Дверь-то тут, по-моему, по прямой. Сюда вот. Хоп, дают ускоряшку для... Для плавания. Для плавания. Я буду плавания, просто... Да. Я не знаю, что делать. Тихо болеть. Подводный рывок. Сука! Дайте мне, пожалуйста, ведерко для ора, как говорит Лёля. Привыкай. Какая клавиша? РБ. Обычная. Не бомбить. Ничего-то буквально выходит, господи. Чего? Ничего мы не просрали. Вдруг там еще что-то есть. Ну конечно, опыт просрали, все просрали. Но хочешь, пойдем по сюжету, ладно, забьем на все. Да что? Сам все время я там все зачищаю, тра-та-та. Да я бомблю. Я вижу. Да я тут не добрый, тут это надо самое. Не, не хватает. Ну ладно. Ну это опять с этими шарами, ладно, хер. Вау. Это удачно. Оставь букашечку, она нам может помочь. От белки прыгай. Сука! Это не я. Да я знаю, оно сдохло. Там опыт. А, там фонарик наверху. Попробуй с той стороны на упреждение какое-нибудь. А вот там фонарик. О, вау, вау, вау. И-ха. Извините. Внизу апатинка. Да, да, я тебе сказала. Что... Вау. О, шикарно. 7. Отщик, да, оставь ты эти... Бедная рыба, контузия. Вау, вау, там наверх-то лететь-то. О! И-ха! Тыщ, тыщ, нам не в эту сторону! Господи, хорошо, что есть перо. Там закрытая дверь, закрытая дверь. А тут кораллы. Твою мать, нет, наверное, в эту сторону. Или еще лучше. Это, а вот она, активная. Неактивная. Как они называются? Хватит играть нами в теннис. Подушечка. Комара заблочили. Угу. Ну такой, ну ладно, и пошел плавать в другую сторону. Так, ну давай. Йоу! Так. Рычаг. А это на ту дверь, да? Да-да-да. Да. Там пол энергии. Я не знаю, у нас сколько. 11. Зачистили, да? Угу. Ну, теперь можно делать ускорь. Там от дерева, правда, ну и там как бы хер с ним. Сейчас уже все, что можно, мы взяли. Куда? А что за актиния? Да блять.
Вот это. Вот мы успели. Так. Там наверху еще есть. Как туда попасть, правда, совершенно непонятно. А, ну да. Обрати внимание, там этот кальмар, которого пулять. Я вряд ли не работает. Либо от него лететь. А, зови. Кальмаром. Попробуй от кальмара отпрыгнуть. Да. Скотина, ты бишь. Что слушай, такое? У тебя жизни мало осталось. Перелейся. Тюрьма. Да. Ну а тут я не знаю, наверное, не надо ничего ломать. Но я надеюсь. Вон. О. Мне кажется, это там был, где кальмар. Да я застрял. Привет, Мирай. Вау, вау, вау. Тихо. Куда мне? Да, сюда. О, да. Не-не-не. Тут, да. Нам не в эту, а в нижнюю. Да. Подвинула на стрезку. Ты помнишь, какой кнопкой ускорочно плыть? Да, да, да. На обычную. Потренируйся. О! Боже. Это трешак. Где могут быть еще камни? Ванги. Оу. Вода кончилась. Тут вообще нихера не понятно. Оу, сейф. Мы это сделали.